Здравствуйте, товарищи! Митинг, посвященный поводам свободного отряда полиции, Министерство внутренних дел по Республике Бурятия, служебную командировку для выполнения обязанностей по охране общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с уголовной преступностью на территории Северо-Кавказского региона России объявляется открытым. Слово предоставляется временно исполняющему обязанности министра внутренних дел по Республике Бурятия полковнику полиции Алексею Георгиевичу Канту. Уважаемые коллеги, родственники, уважаемые приглашенные, сегодня, убывая в служебную командировку в Республику Дагестан, сотрудники сводного отряда МВД по Республике Бурятия, для 19 сотрудников данная служебная командировка будет первой. Однако вместе с ними направляются более опытные сотрудники, которые уже неоднократно выполняли оперативно-служебные задачи на территории Северо-Кавказского региона. Они помогут своим молодым коллегам адаптироваться в сложных условиях несения службы. Хочется сказать, что уже с 1995 года сотрудники патрульно-постовой службы уже 43 раза направлялись в служебную командировку в Северо-Кавказский регион. В период нахождения служебной командировки ребята показали себя очень достойно и с честью выполняли свой служебный долг. Многие из них были награждены как правительственными, так и ведомственными наградами. Поэтому в очередной раз, отправляя ребят в служебную командировку, я уверен, что они будут добросовестно выполняя свои служебные обязанности на территории Северо-Кавказского региона по охране общественного порядка. Также я хочу пожелать вам, всем сотрудникам, которые направляются в служебную командировку, в первую очередь крепкого здоровья, чтобы вы там не болели, благополучия, терпения и выдержки даже в самых сложных и экстремальных ситуациях. Мы ждем возвращения вас домой. Спасибо. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов Министерства внутренних дел по Республике Бурятия, полковнику внутренней службы в отставке Виктору Викторовичу Клименко. Уважаемые коллеги, уважаемые, в очередной раз вы бываете на территории Северо-Кавказского региона. Я скажу, и вы сами видите, обстановка очень сложная, поэтому при несении службы надо быть деятельными, внимательными, выполнять четко все те указания и приказы, которые дают вам ваши командиры. Я думаю, что командиры опытные, наверное, знают, как выполнить поставленную задачу. Мы надеемся, что вы ее успешно выполните и благополучно вернетесь на родную землю. И пользуясь случаем, позвольте мне от себя лично, от Совета ветеранов, поздравить вас всех с наступающим Новым годом, пожелать вам сибирского здоровья, кавказского долголетия, успешного выполнения поставленных задач в регионе и благополучного возвращения на нашу родную землю. Ну а родственникам здоровья и терпения. Слово предоставляется Цветровой Альбине Цуруновне, супруге сотрудника отдельного батальона патрульно-постовой службы старшего сержанта полиции Цветрова Даржо Валерьевича. Служебно-боевые задачи на территории Республики Дагестан. Я уверена, что вы застоите
вами дороги и благополучного возвращения домой. Берегите друг друга. Спасибо. Торжественный митинг, посвященный проводам сводного отряда полиции Министерства внутренних дел по Республике Бурятия в служебную командировку для выполнения обязанностей по охране общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с уголовной преступностью на территории Северо-Кавказского региона России объявляется закрытым. Я чаю, угол стоять проверил.